Друзья, привет, меня зовут Влад, и это мой видеоблог о собственной трансформации, о преодолении жизненных трудностей, которые возникают на моем пути, а их дофига. Вы можете посмотреть мои предыдущие видеоблоги и понять вкратце, что происходит в моей жизни. Одна из тех задач, которые я поставил, это сбросить лишний вес и привести свой организм в ту форму, в которой я был в 2011-2012 году. Фоточки вы можете посмотреть здесь, здесь и здесь. Для начала мы преобразим нашу кухню, потому что жить в этом бардаке невозможно. Смотрите, здесь пивные бутылки, пачки сигарет, все захламлено, как обычно. Поэтому начнем с приборочки, и я вам покажу сегодняшнюю закупку, которую я сделал в Ашане. Поехали. Ну вот, мы видим, как за моей спиной появились продукты, которые я сегодня закупил. И компьютер, который понадобится нам для оценки калорийности и создания, значит, плана по потреблению калорий, чтобы нам эффективно сбрасывать вес. Давайте перейдем тогда на захват экрана, и я вам покажу. Мой набор для выживания и одновременного похудения состоит из 20 литров воды, курицы, гречи, яиц, мороженой смеси овощей, чуть-чуть майонеза, масло и фрукты, яблоки и бананы, и также творог. Давайте переместимся в табличку. Я расскажу, что происходит сейчас на экране. После того, как я сделал свою закупку, я описываю все продукты в таблице, это я делаю в самом начале, чтобы рассчитать, сколько грамм я буду есть каждый день, чтобы быть в своей калорийной норме. Но этого правила я не всегда придерживаюсь, вы увидите дальше. Смысл в том, что я суммирую все продукты по массам, переписываю их данные с этикеток, чего не достает, я нахожу в интернете, делю на количество дней, которые я буду есть, и получаю, вот сейчас вы видите, значит, массу, которую ежедневно я буду потреблять. Далее я начинаю следовать своему плану, то есть каждый день я эти продукты, соответственно, примерно с той массой, которую я наметил заранее, начинаю взвешивать и фотографировать, потому что я человек неорганизованный, и каждый день по вечерам это делать мне лень, поэтому я просто всю неделю фотографирую, а потом в конце недели я заношу это в табличку быстренько, где занимает у меня 20-30 минут максимум. К тому же, видите, мой рацион довольно-таки однообразный, как бы иногда я срываюсь, покупаю себе баночку пепси-колы или адреналин раш, иногда даже пиво, но это ужасно, мне так говорит голова от пива, не буду больше пить, вон оно, пивасик. Короче, все это переписывается, я оцениваю, как бы, был ли я в норме или нет. Вот по этой неделе надо заметить, что дня 4 я, как бы, был не в норме, собственно говоря. Я превышал эти, значит, необходимые мне массы, массу калорийную. Значит, но ничего страшного, это все в пределах плюс-минус 100 калорий. Значит, сейчас еще я добавлю к этой диете еще тренировки и начну снимать свои результаты, и вы увидите, как мой вес начнет таять просто на глазах. Подписывайтесь на этот канал, чтобы увидеть этот процесс вживую. Ставьте лайки, пишите любые комментарии, это реально помогает этому видео набирать просмотры. Все, всех обнял, друзья. Счастливо. Ждите новых выпусков.